Светлана, ну а что тебе здесь не нравится? Ну тут просто старые корабли. Ну, немножко грязновато, конечно, может быть. Подожди, ты куда? Я тебе говорил, мне не нравится этот морской порт. Посмотри, что здесь. Это дорога, мы по дороге идем. Здесь какие-то ямы. Тут кафе, посмотри, здесь кафешка. Стройка. Ладно, пойдем дальше. Здесь что-то все пролито, друзья, мы залазим. Ой. Мы сейчас приближаемся к этому страшному морскому порту. Там, где корабли, где море, где, в общем... О, пап, что там написано? Осторожно, мы идем по проводам с тобой, а не по токам. Мама. Они оголенные. Они оголенные, да. Помнишь, там тоже были оголенные провода? Да. Пап, смотри. Здесь провода оголенные. Действительно, они все в токе. Осторожно, Милана. Так, осторожно, провода перепрыгнули. Все отлично. Фу, это что? Это реально, это нефть. Это чем заправляет, по-моему, корабль? А-а-а. А вот капитан корабля. А-а-а! Садись ко мне в корабль, прокачу тебя. Что-то он мне не нравится. Пап, а почему он больше нас? Он какой-то странный. Он здоровый. Да, ну он такой сильный, гигантский, капитан ага. корабля. Ладно, побежали от него подальше. Так, осторожно, нефть, тут нам нужно не пролить, а не наступить. А то мы будем невкусно пахнуть. Так мы будем невкусно пахнуть, и еще мы будем... Друзья, а вы знаете, что такое «ы»? Пишите в комментариях, кто знает, что такое «ы». А я туда не могу идти, зато там, я могу там сюда идти. Невидимое стекло? Да, наверное. А проходим снова через эту нефть. А что тут все пролито? Что тут все в грязи? Фу, тут мне не нравится. А вот и море, Милана, посмотри, какое море. Ты думаешь? Так, тут лужи кто-то пролил. Осторожно. Стой. Что? Это что стоит желтое? А что-то связано... А, фонари. А может фонари, может маяки. Так, смотри, это контейнеры. Это грузовые такие большие контейнера, куда складывают грузы, и корабли их везут да. на какие-то другие города, острова и страны. Ребята, а вы когда-нибудь плавали на кораблях? Мы да. Раз. Два. И вот здесь снова три. Ура! 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 Потому что мы перепрыгнули этот контейнер и идем дальше. Прыгаем на красненький, а теперь на вот этот. Наконец-то. И сюда. И мы сейчас заходим уже в офис, где эти корабли. А это водоросли. Да, это вода. Это были морская волны. Вода. Это были гигантские волны и пролили. И нам нужно не наступить и не подскользнуться. Кстати, в Таиланде просто... Гигантские волны? Ага, ужасные волны просто. А сейчас мы почем прыгаем? Опять нефть? Что это пролито? А мы прыгаем, наверное, по камням. Как вы думаете, почем мы прыгаем? Напишите, я даже не могу понять. Мусорный бак. Так, какие-то стрелочки говорят, иди сюда! Ну ладно, погнали. Домик. Ой. Чего? Вау! Мы зашли с тобой... как бы, знаешь, такой типа гараж для кораблей. И тут стоит подлодная лодка. Как тут все утоплено. Да, и даже мы утоплены. Да. А вот на корабль... Попробуй на корабль прыгнуть. Ты думаешь, сначала на корабль? Да. И раз! И на корабль. И на корабль. Да нет! Ну и раз... И два на корабль. И раз, и на корабль. Ну что, ну я тебя прошу, ну давай же, ну смотри, только раз сюда. Раз на корабль, вот надо на вот корабль. Так. О, видишь, на корабль. Ать! Да ну, нет! Я сказал на корабль, на бочку. Слушай, ну я думаю, нам на корабль не надо. Думаешь? Ну давай, смотри, раз, раз на корабль. А корабль-то сквозевода? Он что, прозрачненький? Что за такое, друзья мои? Во, есть. Во, а что там, аквариум какой-то? Ладно, идем дальше с тобой. Аквариум. Ну реально, смотри, там что-то вода какая-то, водоросль. Так. Сейчас кто-нибудь вылезет оттуда. Так, проходим дальше, друзья мои. А когда будет корабль сам-то? И вообще, где этот злой капитан? Что тут кто натворил в этом морском порту? Друзья, а вы были когда-нибудь в морском порту? Ну там, где много кораблей. Ой-ой. Вы зачем сюда пришли? А
ну-ка подойди ко мне поближе. Дай-ка я тебя рассмотрю. В смысле рассмотрю? Ты не видишь нас? Да не говори. А что подходить поближе? Мы что, ну сейчас подойдем, рассмотрю. О. По-моему, он сейчас съест. Как вы думаете? Вот напишите в комментариях. Вот по-любому он сейчас нас съест. Мы будем у него внутри. Посмотрим, что он кушал. А потом будет коричневый... Источки! Как же без этого? Ладно, давайте попробуем, друзья. Но вы пока напишите в комментариях, съест он нас или нет. Это какой-то злодейский капитан корабля, да? Он управляет кораблем, наверное. И он сошел с ума. Я сказал, он нас съест. Ой, квадратные зубки, здравствуйте. Ты что ли давно не чистил зубы, они у тебя желтые? Да, идем дальше. И мы попадаем к нему. У тебя тут красный сахарок. Красный сахарок. Да, мы прыгаем по красному сахарку. И смотрим, что же съел капитаник. Он съел бургеры, картошечку фри. Гигантскую такую, здоровую одну. Взял, проглотил. Тухлый бургер. Пиццу. Кусок пиццы он проглотил. А это что? Какие-то у него шевелящие штучки. Что это танцует у него в животике? Что это, друзья? Напишите в комментариях. Это какие-то лазеры, по-моему. Так, мы сейчас будем залазить по его ребрам. Это косточки. Залазим наверх. Ой, как я странно лезу. Что это такое со мной? Что это сейчас будет? Вау, я ж сказал! Коричневые штучки бежали по попочке. Так, ну а что так быстро-то? Подождите, ребят, тут надо как-то быстро перепрыгивать. Раз. И выходим! Ой-ой. Ну все нормально. Так, друзья, где мы оказались с вами? Проходим сюда. У него что ли сзади стена? Да, походу у него сзади стена. И мы... Здесь какой-то склад контейнеров, какая-то доска. На чем она висит, я не могу понять. Ну ладно, погнали. Как она еще не сломалась, эта доска? И... Раз. Ты куда же в море? И раз. Да нет же. И раз. Давай, Петюня, молодец. Милана сама справилась, между прочим. Ну ладно, молодец, молодчинка, мы идем с тобой дальше. Ууу, я понял. Девочка, по-моему, сейчас будет бега. Вау! Что такое? Подожди, куды? Ать! Хорошо. Ой, как мы с тобой отлично перебежали. Да, быстренько все справились. Мы бежали быстро по контейнерам, и снова мы пришли, где разлита какая-то нефть, или бензин, или какая-то жидкость для того, чтобы ездил морской транспорт. Окей, неважно, проходим отсюда. Давайте узнаем, что будет в конце. Нам интересно узнать, что же в конце будет. Может быть, будет какой-то сюрприз? О, по-моему, мы залазим на корабль, да? Нет. Что это? Это этот, как его, маяк. И что наверху? Квадратный какой-то, а не круглый. По-моему, это вертолет, Милан. Ладно, прыгаем в вертолет, мы сейчас куда-то полетим. Кто тут взял чемоданчик? Какие-то людишки бегают, куды? Что за чемоданы у вас? Они, наверное, приехали отдыхать. Они, наверное, только приехали с корабля, с путешествия. О, мы можем себе кейс выбрать. Какого цвета выберем себе? Красного. Ну, раз у нас рубашечка красная, у нас будет в руках красный чемоданчик. Побежали. Интересно, а что в нем лежит? Ой, куда? Ой, побегаем. Ой, куда я побежал? По каким-то островам? О, а пошли самый конец? Самое начало. Давай заберемся на гору. Вау, куда помчались сюда? Ой. Что за прозрачная штучка? Куда полетел? Друзья мои, ставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал FFG TV и также пишите комментарии обязательно, что нам еще поиграть, какую игру в Roblox, может быть, вы знаете какую-то интересную карту, подмигните нам. Ну а вы сегодня были на Funny Family Games TV, друзья, с вами была Милана и был папа. Всем удачи, всем пока-пока! А еще был Roblox. Да, ну, точно. Да. Его зовут как? Петя? Я не знаю. Его зовут... Валя. FFG TV.